Наталья Качанова в качестве доверенного лица кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко посетила Бобруйск, побывала на двух промышленных предприятиях, встретилась и пообщалась с коллективами. Первым в списке визита стало Ликпромразвитие. Наталья Качанова рассказала работникам о ситуации в экономике страны, затронула темы социальной защиты и заработной платы. Спикер остановилась и на вопросе профилактики COVID-19. По ее словам, Беларусь грамотно и слаженно справилась с возникшей эпидситуацией, несмотря на то, что правительству приходилось принимать порой непростые, но взвешенные решения. Наталья Качанова также прошлась по цехам предприятия и пообщалась с рабочими на местах. Ответила на их вопросы, выслушала пожелания. Люди, которые хотели задать вопросы, они задали и индивидуально вопросы. Наталья Ивановна с удовольствием ответила на эти вопросы. Где-то что-то, какие-то пометки сделала. Я думаю, что каждый услышал то, что хотел, и какие-то определенные выводы сделал тоже для себя. Встреча прошла так конструктивно. Люди были настроены позитивно. Далее Наталья Качанова отправилась на встречу с коллективом «Славянки». Здесь также прошел открытый конструктивный диалог. Доверенное лицо подчеркнуло важность главного политического события и отметило, от выбора каждого зависит будущее страны. Для присутствующих выступила белорусская группа «Аура». Евгений Олейник и Юлия Быкова исполнили хиты из альбома, посвященного «Малой родине».